Всем привет, с вами Бивер и настольная игра. И сегодня я решил записать это видео, чтобы поделиться с вами отличной новостью. Для тех, кто еще не знает, с 9 по 11 марта в городе Львов пройдет замечательное мероприятие под названием Гикосфера. Что же это за зверь-то такое, с чем его едят, спросите вы? Гикосфера – это конвент для любителей настольных игр. Гиков – это просто тех, кто любит весело проводить время. Тут вы сможете отдохнуть от суеты будничных дней, в кругу друзей, знакомых и, конечно же, кучи крутых настольных игр. Да, кстати, это уже третья гикосфера в Украине, и уникальна она именно тем, что создают ее все участники без исключения. Кто просто своим присутствием, ну а кто привезенными настолками. Потому как библиотека игр будет состоять из ваших коллекций. Конечно же, не обойдется и без множества издательств и магазинов, которые также привезут что-то вкусное к настольному столу. Кстати, обещают и зарубежных гостей тоже. Примечательно, что первая гикосфера была организована всего полгода назад, и вот уже вскоре будет ее третья часть. Зачинщиком гикосферы в этот раз выступает проект PressStamp. Однако организацией занимается множество известных и не очень личностей в мире настольных игр в Украине. А главное, что ребята обещают мероприятие еще больших масштабов, чем предыдущие. Нас ждут турниры по нескольким играм, причем как казуальным, так и гиковским, и интересными ценными подарками на них. Уже утверждены турниры по таким играм, как Калибр 45, Выкрутайс, Гоблины против гномов, Доминошное королевство. И это еще не все. Дальше больше. Также будут проведены турниры по игре Защитник короны, X-Wing и Legend of Five Rings. И я думаю, это еще не окончательный список всех турниров. Также планируются презентации новых игр от молодых авторов, которые не только смогут продемонстрировать свои идеи и наработки, но и вживую пообщаться с возможными издателями своих игр. Интересным моментом гикосферы может стать Fuck Up Night. Это некое выступление известных и опытных людей в сфере настольных игр, которые расскажут о своих неудачах на их нелегком и тернистом пути к успеху. Однако, это событие еще не утверждено, поэтому не поленитесь и зайдите в группу гикосферы в Facebook и оставьте свое мнение, либо напишите его под этим видео, ведь все зависит лишь от вас. Ссылка на группу, конечно же, будет в описании. Итак, пора подвести итог, что мы знаем. С 9 по 11 марта в городе Львов пройдет гикосфера. Там будет круто, весело, и вы получите море незабываемых впечатлений. Однако все же существует некая вероятность, что числа изменятся. Но организаторы заверили, что окончательная дата будет озвучена минимум за месяц до начала гикосферы. Так что следите за новостями. Также мы знаем, что на этом конвенте нас ожидают турниры с крутыми призами, интересная программа и, конечно же, тонны настолок и нескончаемый поток игр на сантиметр времени. За всеми подробностями обращаться в группу Press Start. Ссылка в описании. Также вы там найдете самые свежие новости, связанные с гикосферой, и не только. Ну а на этой мажорной ноте позвольте откланяться. Пойду бить челом перед начальством, чтобы таки получить свой отпуск и попасть вместе с вами на этот крутецкий конвент. Всем пока, с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. До встречи на гикосфере.